Дорогие братья и сестры, я хочу пригласить вас на предпасхальные и пасхальные богослужения, которые будут проходить в храме святаго великомученика Иоанна Новосочавского. В среду в 15:00 вечернее богослужение, в четверг в 8:00 божественная литургия, в четверг в 17:00 вечернее богослужение чтением 12 страстных Евангелий. В пятницу, Великую Пятницу, в 11:00 чтение царских часов, по окончании которого начнется вечернее богослужение с выносом плащаницы и положением ее посреди храма. В пятницу в 16:30 вечернее богослужение с чином погребения плащаницы Господа нашего Иисуса Христа, когда мы поднимаем плащаницу, проходим крестным ходом вокруг храма, и потом каждый из вас проходит под плащаницей, прося Господа о прощении наших прегрешений. В субботу в 7 часов утра божественная литургия, по окончании которой мы уже будем освящать пасхальные приношения для тех людей, которые не могут посетить пасхальную ночь. В 17:00 в субботу также освящение пасхальных приношений. В 23:30 в субботу начнется праздничное пасхальное богослужение, которое закончится ориентировочно в 5 часов утра, и мы выйдем во двор нашего храма и совершим освящение пасхальных приношений, которые вы принесете в эту пасхальную ночь. В воскресенье в 14:00 праздничное пасхальное вечернее, по окончании которой каждый из вас может подняться на колокольню нашего храма и совершить благовествование пасхальной радости, позвонив в колокола и этим самым благовествуя о том, что Христос воскрес. В понедельник в 7 часов утра начнется утреннее, после этого божественная литургия, и по окончании божественной литургии мы совершим крестный ход пасхальный вокруг нашего храма. Мы ждем всех вас, чтобы мы едиными устами, единым сердцем помолились о мире, согласии, благополучии в нашей стране. Мы ждем всех вас, чтобы мы все вместе помолились о святой православной вере, о святой православной церкви, чтобы каждый из нас в своем сердце и в своей душе еще и еще раз подумал о своей жизни и с огромным раскаянием обратился к Господу, чтобы Господь простил, помиловал и сохранил всех нас на многие благословенные годы нашей жизни.